Спортсмены из Темиртау в конце 2022 года получили премию от Акима города. Руслан Чумышев стал одним из тех, кто добился успеха в спорте. Ну, когда я был в первом классе, я увидел своего первого тренера, он раздавал визитки в школе. Ну, увидел потом фильмы, смотрел, мне очень понравился этот спорт. Я выиграл Кубок Казахстана, стал призером чемпионата Казахстана и чемпионата Азии. Спортсмен выразил благодарность за полученную от Акима города премию и поделился своими планами на будущее, среди которых выиграть чемпионат Казахстана, принять участие в чемпионате мира и получить разряд мастера спорта. Вадим Чуркин, Игорь Евстигнеев, Новости Темиртау.